Чего тут пишут? Кто тут? Сумка моя! Отдай, негодник! Беспредел! Супергерои спешат на помощь! Куда скрылся вор-бабуля? Попался воришка! Ага, они отвлеклись! Шкатулка чудес! Тики! Подберем куколку! Окрасим в белый! Магия к маме! Наметим глазки! Милашка! Захватим булавку, изогнем усики, блестящий хвостик. Крошка Тики просто прелесть. Вот удача! Что же они скрывают в шкатулке? Любопытно. Не догонишь, не догонишь. Вредные квами. Попались. Отпусти. Посидите в клетке. Отсюда вам не выбраться. Ребята, ставьте лайк, чтобы нас поскорее спасли. Старое ведерко. В белом лучше. Возьмем клей. Приклеим на ведро. Зубная щетка. Отделим щетину. Длинная ручка. Добавим цвета. Проставим пятнышки. Ведро клея. Где наши квами? Распечатаем объявление о пропаже. Заправлю. Пуск. Разыскиваются Тики и Плак. Пожалуй, клея достаточно. Я взяла кисть. Побежали расклеивать. Начнем отсюда. Клей. Остальное за мной. Объявление повсюду. Ура, здорово потрудились. Что? Никто не должен это увидеть. О, несносные детишки. Божьи коровки выбрали куколку. Готова к превращению? Вау, я все вижу. Наносим помаду, румяна, салфетка на голову. Шапочка готова. Нарастим волосы, тонкие усики. Нанесем пятнышко. Наш выбор – ткань в горошек. Лаликабра. Теперь фатин. Стянем пышный подъюбник. Готово. Вырежем цветочек. Юбочка. Рукава. Чокер. Чулочки. Тики превратилась в очаровательную девушку. Тише! Чего расшумелись? Дайте почитать в тишине. Он уснул. Пора выбираться. Расшатываемся. Клетка рухнула. Что? Где? Ну-ка, вернитесь. Летим. Где они? Ага, попались. Я вам покажу. Вдруг все задымилось. К вам стали людьми. Где я? Обезвредим злодея. Вы еще пожалеете. Бежим отсюда скорее. О нет, опустилась решетка. Я спасу тебя. Жди, я скоро вернусь. Берем старый стек. Обтачиваем. Формируем отверстие. Окрашиваем под металл. Заглушка. Шнурочком обматываем ручки. Пройдемся кистью. Прочные кусачки по металлу. Осмотримся. Так-так, овощи. Хлопья не то. Обогреватель. Чем могу помочь? Точно! Они мне и нужны! Стойте! А деньги? Деньги? Впервые слышу! Спасибо! Тики, ты как? Плак, вернулся! Сейчас я тебя выпущу! Кусачки легко справились с решеткой! Ты свободна! Мой герой! Между ними пробежала искорка!
Берем комочек глины, отправляем в духовку. Шоколадное печенье готово. Чего не хватает? Опустошим баночку. Обезжирим поверхность. Окрасим в красный, покроем лаком. Милая этикетка. Вложим бумагу. Полная коробка печенья. Отличный ресторан. Это тебе. Обожаю печеньки. Официант, принесите ваш лучший сыр. Прошу, камамбер 10-летней выдержки. Бон аппетит. Ура, деликатесы. Такой запах. Так и задумано, вкусняшка. Песик проголодался. Потерялся, я его провожу. Фи, ужасный запах. Выброшу, пока плак отошел. Я вернулся. А где сыр? Какой сыр? Песик учуял запах. Пара продолжила свидание в парке. Чудесный вечер. Все безуспешно. Поиски провалились. Это что, наши квани? Тики! Плак! Вот это встреча! Коробочка флориста. Соберем букетик. Листочек. Ах, розы! Обмотаем ножку ленточкой. Элегантный букет невесты. Настал день торжества. Гости в сборе. Рада за них. И я. Где Тики? Вдруг не придет. Выход невесты. Я рядом. Согласны ли вы стать мужем и женой и любить друг друга вечно? Готовы ловить букет? Бросай! Приготовились! Напишите в комментариях, кто же поймает букет. Ловлю! Хочу замуж! Кому повезет? А, счастье было так близко. Воу, вот удача. Случайностей не бывает. Выбираем светлую ткань. Вырезаем заготовки. Складываем детали. Прошиваем. Осталось наполнить чехол. Используем холофайбер. Мягкая подушка. Не хватает света. Сон с ним – сплошное удовольствие. Тики смотрит сериал. Пора отдыхать, милая. Я только уселась. Ну ладно. Парочка легла. Плак мигом уснул. У Тики бессонница. Неудобно. Как же улечься? Тики, в чем дело? Не могу умоститься. Как же ей помочь? Думай. Нужна подушка. Алло, срочная доставка. Подождем. Ура, курьер. Сюрприз, дорогая. Какая прелесть. Ты такой заботливый муж. Тики сладко уснула. Приземляется капсула. Пара крошек. Сотрем краску. Нарисуем глазки. Перекрасим волосы. Подготовим выкройки. Сошьем костюмчики. На примерку. Шапочки с ушками. Малыши – просто копия мамы и папы. Тики решила заняться уборкой. Пора навести чистоту. Помоем пол. Протрем пыль. Плак, сбегаешь в магазин? Захвати мусор. Запросто. Муа. Вокруг чистота. О-оу, кажется, скоро. Что же делать? Ау, дорогая. Животик. О нет, скорее, беру сумки. Все, собрался. Потопали в роддом. Осторожно. Тики везут в палату. Я догоню. Ждите в холле. Так волнительно.
Двойня! Какое счастье! Достаем контейнер. Красная краска. Окунаем кисть. Второй судочек. Проставляем пятнышки. Устанавливаем кроватку на ножки. Рядом вторая. Подвешиваем балдахин. Стелим матрасик. Кроватки в стиле Леди Баг. Скорее! Крошки, мама рядом. И папа. Ну и запашок. Кому-то пора сменить памперс. Чистюля. Стоп, я все еще слышу запах. А в чем же дело? Может, отсюда? Да нет, чисто. Ума не приложу. А это еще что? Мое изобретение – сырный мобиль. Ясненько. С семейкой к вами точно не соскучишься. Бражник ограбил банк. Мои денежки. Надо догнать его, Леди Баг. Он опустошил почти все счета. Руки вверх, полиция. Вы пойманы на краже. Леди Баг и Суперкот в беде. Сминаем картинку. Вау, золотая ткань. Машинка в деле. Примеряем. Воротничок. Украшаем стразами. Бейдж. Ремень с цепочками. Образ богачки заключенный Леди Баг. Сюда. Стоп. Добро пожаловать. Oh my goodness. Отправляемся в камеры. Офицер, у меня к вам просьба. Я хочу условия побогаче. Конечно, я отнесу вас. Камера класса люкс. Класс. Шикарная кровать. Ах, хорошо. Самое большое мороженое. Как вкусно. Что-то мне грустно. Что? Сейчас исправим. Золотой песик поднимет настроение. Какой милашка. Дождь из денег. Ой, уронила. Ого, никогда не видел такой купюры. Можно мне камеру получше? Богатая жизнь тебе не светит. Давай, вперед. Шарик. Разобьем оранжевый бифлекс. Обведем силуэт. Выкройки робы. Пробежимся иголочкой. Примерь, котик. Рукава. Заплатки. Роба не нова. В баке нашлась мешковина. Делим на кусочки. Имя заключенного. Бедняге Суперкоту в тюрьме придется нелегко. Заходи, поторопись-ка. Большего, увы, предложить не могу. Я не могу находиться в таких условиях. В баках Суперкот нашел ложки. Объявляю протест. Как вам такая музыка? Никакого внимания. Надо выбираться отсюда. Кот полез через решетку. Его план – побег. Застрял, парень в беде. Что происходит? Сейчас тебя вытащу. Ух, тяжелый. Спасибо, составишь мне компанию. Yes! Вместе коротать срок веселее. Возьмем пенополистирол. Отрежем кусочек. Зашлифуем. Продублируем бруски. Окрасим в золотой. Терка в деле. Монетки. Поместим в формочки. Украсим обувь. Драгоценные туфли. Кому же они предназначены?
Время фото. Я готова. Возьмите плиз-табличку. Скажи чиз. Ой, Леди Баг не видно в кадре. Ты такая маленькая. Но есть идея. Шикарные туфли из чистого золота. Специально для вас. Приступим. Шикарные макшоты. О, Леди Баг! Пока, кот. Парень тоже не помещается в кадр. Становись на унитаз. Сейчас упаду. Ладно, держи каблуки. Да, в тюрьме весело. Что в коробочке? Шарик. Лаликабра. Смятая бумага. Развернем. Расчертим под линейку. Разделим. Типография Лалилу. Первая полоса – сенсация. Больше копий. Кусочек картона. Желтая основа. Покрасим в золотой. Логотип. Украсим стразами. Дополним дисплеем. Прекрасный гаджет. Новости в электронном и печатном вариантах. Леди Баг и Супер Кот скучают в камерах. Массаж для юной заключенной. Интересно, что в мире происходит? Держите iPad. Thank you. Я такой голодный. Давай поищем что-нибудь. Супер Кот и енот роются в мусорке. О, бутерброд! Отдай, я голодный! Коту досталась только газета. Ребята читают новости. Сенсация! Бражник, мой отец! Леди Баг! Я знаю, надо выбираться! На решетке замок! Я нашел ключ! Ура, бежим! Я выпущу тебя, Леди Баг! Друзья на свободе! А енот остался в богатой камере. Круг из пенополистирола. Окрасим в оранжевый. Кусочек фоамирана. Полосочки прикрепим к кругу. Фурнитура. Вставим крючки. Цепочки. Богатый спасательный круг. Рядом из колеса. Привяжем к вертолету. Взлет! Пора спасать невиновных детей. Давай скорее. Леди Баг и Супер Кот сбегают от полиции. Помоги! Хватайся! Полиция нагнала беглецов. Stop it! Не с места! Супер Кот чудом вырвался. Что нам делать дальше? Высоко! Подоспела помощь. Запрыгивайте, детки! Бражник, ты? What? Не сейчас, кот. Спасаемся. Let's go. Побег удался. Stop. Парочка в безопасности. Yippee. Папа! Сынок! Семья воссоединилась. Мой мальчик. Как мило. Скорее домой. Разрежем картон. Прорисуем рамку. Нанесем термоклей. Обернем фоамираном. Украсим лепными деталями. Немного позолоты. Это семейный фотоальбом. Фотографии заняли свое место на страничках. О, ностальгия! Посмотрим вместе, ребята. Вот маленький кот. Тут мы в саду. Wow! Суперкот и правда сын Бражника. Почему ты меня бросил? Ах, это грустная история. Мы отдыхали в парке. Подержите сумочку, пожалуйста. Ага. Вор, он украл мою сумку. What? Oh, no. И меня посадили в тюрьму. Это так несправедливо, папа. Сынок.
О, эти супергерои такие ранимые. Я знаю, как показать доброту бражника. Лист бумаги. Лалибаксы. Нарежем кукольный размерчик. Выберем ткань. Конечно, золотую. Сложим мешочки. Доллар. Наполним деньгами. Целое состояние. Я раздам деньги нуждающимся. Я знаю, кому нужна помощь. Эй, меня забыли. Привет, я пришел помочь. Зверушкам приюта нужно хорошо кушать. Деньги на корм. Вы такой щедрый. У нас еще много работы. Кто следующий, леди Баг? Пожилые люди. Им тоже часто приходится нелегко. Возьмите, пожалуйста. Мешок денег. Я куплю своим внучатам гору сладостей. Рад помочь. Детки роются в мусорке. Кажется, им нужна наша помощь. Бедные дети, им нечего кушать. Здесь на всех хватит. Thank you. Бражник доказал, что у него доброе сердце. Чик-чик. Вырежем круг. Прикрепим ленточки. Меценат номер один. Это бражник. Это мне? Ты заслужил. Папа, не волнуйся, у тебя все выйдет. Жители Парижа! Я изменился, и это заслуга моего сына. Он открыл мое сердце миру. Вот он, мой супергерой. Ура! Ура! Суперкот! Unbelievable! Это награда твоя, сынок. Спасибо, папа. Суперкот! Прекрасный день. Устроим сюрприз? Yes! Подберем материалы. Воздушный пластилин. Раскатаем. Идеальные коржики. Крем. Чередуем. Ароматная клубника. Украсим лакомство. Аппетитный тортик. Бражник отдыхает после награждения. Куда пропали котик и леди Баг? Привет, папа. О, вот и вы. У нас для тебя сюрприз. Клубничный торт. Давайте кушать. Бражник отрезал каждому по кусочку тортика. Угощайтесь, дети. Семья наслаждается лакомством. Yummy. Это так вкусно. Ага, я бы хотела еще кусочек. Иди сюда, тортик. Леди Баг слопала все, что осталось. Кажется, я наелась. Семья прекрасно отдыхает вместе. Маринет и Адриан ходят в один бассейн. Когда придет наша парочка? What? Это мой шанс их подставить. Спрячусь за шкафчик. Приветик, Сьюзи. Я вовремя? Конечно, проходи. Thank you. Сколько трубочек? К вами выбирайте. Окрашиваем в тон. Волшебные часы-талисманы Плага и Тики. Hey! Привет, Эдриан. Маринет уже там. Thank you. Нужно оставить вещи перед купанием. Good. Ага, все оставляют сумки здесь. Nice. Все идет по плану. Поменяю их талисманы местами. Гениальная шалость. В чем дело? Нужно вызвать Тики, но вместо нее летит Плаг. Что со мной? Как это случилось? Леди Баг, переоденься за ширмой. Окей.
Упс, Плак утащил костюмчик. Где же моя обновка? А? Захватим ткань. Черная. Вырежем. Повяжем поясок. Зеленый. Идеально. Подвесим знак лапки. Хочу сменить прическу. Let's go. Профессиональное окрашивание. Нашу супергероиню не узнать. Хотите кататься? Денежки вперед! Раньше было иначе. Ну и сидите без колеса обозрения. Какой прекрасный день. Хочу повеселиться. Стоп! Вход для Леди Баг запрещен. А я на нее похожа. Мяу. И правда кошечка. Yeah, okay. Ю, помчали. Не так плохо быть кошкой. План удался. А где суперкот? Я чувствую его силу. Thank you. Ой, ты не суперкот. Как это? Oh, yeah. Где прежняя Леди Баг? Я ее найду. К чему эта паника? Заглянем в чемоданчик. Используем пластиковые контейнеры. Окрашиваем дно в красный. Переворачиваем. Вырезаем полоску фоамирана. Проставляем пятнышки. Пара антенн. И подставка. Переносим наш сюжет. Телевизор в стиле Леди Баг. Устроимся в кресле поудобнее. Лалилу показывают новый ролик. Денежки мои! Куда он побежал? За ним! Что за шум? Ого, все как в ролике. Интересно, чем все закончится? Что вы любите больше? Если чипсы, пишите комментарий. Если попкорн, ставьте лайк. Суперкот готов к переменам. Бррр, холодно. Где мой костюмчик? Разгладим ткань. Прошьем края. На примерку. Наносим принт. Немного пластилина. На поясе божья коровка. Держи, супергерой. Суперкот в образе Леди Баг. Такого никто не ожидал. Yeah. Мой любимый трюк. Ю-ху! Ах, он такой милашка. Yes. No. А, где Леди Баг? Кто ее видел? Ой-ой-ой-ой-ой! Ауч, что это было? Вау, сумка из последней коллекции. Интересно, в каком магазине она ее купила? Воздушный пластилин. Неужели фиолетовый закончился? Жаль, и этот сойдет. Оторвем комочек. Упс, разлилась краска. Пластиковая баночка. Нанесем лужицу термоклея. Закроем дно. Наполним массой. Новый вкус. Спешите попробовать. Нужно себя баловать. Я неплохой кулинар. Oh, no. Молоко закончилось. О, осталась одна нутелла. Ладно, обойдусь сэндвичами. Фи, что горит? О, нет, мои тосты! Oh, no. Все, ем нутеллу. Да как ее достать? Сделаю кому-то гадость. Кастинг поломашек. Это подойдет. Загрунтуем акрилом. Горящие глазки. Руки и ноги цвета фуксия.
подкрасим края, нанесем принт. Украсим стразами, дополним голову вставками. Розовая злодейка Рефлекта замышляет что-то недоброе. Создам себе помощницу. Смешаем ингредиенты. Сахарная вата, леденцы, да сотворится зло! А вот и моя приспешница. Привет, я Рефлекта. Отправляюсь отворить пакости. С удовольствием. Bye. Тут все ужасно. Oh my God. Нужно больше моих клонов. Так-то лучше. Теперь меня точно заметят. Тебе не покорить Париж, сдавайся. Хотите тоже стать мной? Зачем тебе это? Ты ведь индивидуальность. Good. Woo-hoo. Что ж, тебе нужно время на перевоспитание. Париж спасен. Самолетик. Прислоним черный фоамиран. Добавим волшебный круг. Карта чудес готова. It's magical. Нужно что-то предпринять. Hello there. Попробуем обычный способ. Okay. Hey. Ouch. Не работает. Переходим к плану Б. Нам нужны подсказки. Поищем в книге. Юху, ответ есть. Фишки карты не на своих местах. Ах, я так волнуюсь. Приступаем к делу. К вами поменяли их местами. Уху! Я вернулся! Great. Я снова Леди Баг. Какое счастье быть собой. Yeah. Плак и Квами спасли супергероев. Лалилу, вам это пригодится. Как мило, бражник. Складываем каркас. Обклеиваем фоамираном. Наносим текстуру. Добавляем красок. А вот и сладости. Автомат с драже порадует сладкоежек. Oh, yeah! Милый, угощайся конфеткой. Ага. Обожаю Скитлз. Huh? Так, опять вы за свое? Йоу, йоу. What? Вы не так поняли. Спокойствие, все под контролем. Они исправились. Давайте лучше есть Скитлз. Всех угощаю. Налетай на вкусняшки. Как мило. Спасибочки. Дай пять. Перемирие. Окей.